Ханты-Мансийске откроют еще одно высшее учебное заведение. В 2024 году югорские музыканты смогут продолжать обучение в филиале Центральной музыкальной школы. Здесь будут готовить специалистов по трем направлениям. Специальное фортепиано, оркестровые духовые и ударные инструменты, а также оркестровые струнные инструменты. Окружной департамент культуры уже ищет помещение для нового учебного заведения. Сегодня в столице региона прошло совещание с представителем Центральной музыкальной школы Георгием Дегеном. Ему презентовали югорские колледжи, которые станут кузницей студентов для нового учебного заведения. Сейчас в Югре можно получить только среднее образование в сфере искусства. Музыкантов готовят в трех колледжах в Сургуте и Ханты-Мансийске. Подтверждаю потребность и необходимость, что у нас должно быть свое высшее образование здесь, в Ханты-Мансийске. Это в первую очередь привлечет талантливую молодежь. И она будет оставаться у нас в регионе и будет развивать уже культуру нашего региона. Я всегда выступал за абсолютный триумвират. Центр искусств для одаренных детей Севера, высшее учебное заведение музыкальное, концертно-театральный центр «Югра Классик». Вот если этот круг замкнется, то люди отсюда не уедут.